Всем привет! Всем привет! Сегодня мы будем выполнять маршмеллоу челлендж и будем соревноваться, кто из нас сможет больше засунуть в рот маршмеллоу. Мы начинаем, и нам необходимо решить, кто из нас будет первый выполнять данный челлендж. Как обычно? Ну давай. Раз, два, три. Да! Теперь, спустя третий выпуск, я лузер. В этот раз участь выполнять челлендж первому досталась мне, и поэтому поехали. Это первое. Вторая. Третья. Ты не жуй. Я утрамбовываю. Четвертая. Пятая. Шестая. Это такое ощущение странное. Хомяк. Вон, просто щеки разбивает. Седьмая. Восьмая. Девятая. Вот если вы будете есть так в Макдональдсе, то вы будете выглядеть именно так. Одиннадцатая. Двенадцатая. Тринадцатая. Все. Да? Да. Четырнадцатая. Капец. Пятнадцатое. Так тебе надо еще сказать что-то. Читай. Достань одну, чтобы легче было. Зачем? У меня не пакет.
Костян решил повторить его фиаско, так сказать. Просто мне интересно, насколько... Нет, фраза широко работает, человеческий рот, это звучит очень плохо. Мне интересно просто, сколько я смогу их еще засунуть, потому что 15 штук это далеко не предел, я уверен в этом. Опять первое. Раз. Я сейчас жевать не буду, я буду их просто укомплектовывать. Ну, понял. Книгу Гиннесса. Два. Закрома. Настя. Брикеты. Где расставки? Три. А мат. А можно матом ругаться? Да, все равно тебя не будет слышно. А! Ну, мы чуть засунем туда. Блин, слышно прям. Дойче фильмы! Дойче солдатам! Шесть. Больнее, чем на 15. Семь. Восемь. Все, всем пока. Девять. Десять. Как заставить замолчать парня? Одиннадцать. Слышите, какая тишина, как хорошо. Двенадцать. Что ты говоришь? Я тебя не слышу. Можно я возьму твою карточку? Да. Да? Можно? Все, я пошла. 13. Все. Ну ты не заслужишь, все. 14. 15. Я специально мотивирую тебя. Все. 16. Все. Ну 16 тоже нормально. Я такой шучу. Тогда. Вот и закончился наш очередной челлендж. Надеюсь, вам все понравилось. Надеюсь, вы подпишетесь на наш канал, поставите нам лайки, напишите свои отзывы, свои впечатления в комментариях, расскажете об этом друзьям, нажмете на колокольчик, сделайте еще миллиард различных действий, чтобы посмотреть это видео. Вот. Можете это видео присылать друзьям и посмеяться с нас, особенно с меня. С данного пиар-менеджера, украинских изготовителей маршмеллоу. Уже веселые ребята, наверное. Всем пока. Смотрите.